Приветствую тебя, человек. Мы являемся первой человеческой цивилизацией, имеющей истоки своего сотворения, уходящие во времена первых галактик, когда ваша нынешняя Земля еще не существовала. Более 2 миллиардов лет назад наши предки вынуждены были искать себе новую планету обитания. Часть из них отправились на планету Верег, часть – на поиски других планет в далеких мирах. В настоящее время в одной вашей галактике существует несколько сотен цивилизаций, имеющих общих с нами предков. Все эти цивилизации пребывают на разных ступенях развития. Некоторые из них уступают вашему земному человечеству, своим уровнем соответствуя историческому средневековью. Но значительная часть далеко ушла вперед в техническом отношении. Мы видим ваше прошлое точно так же, как и будущее. Именно ваше будущее с недавних пор стало беспокоить как нас, так и ваших ближайших соседей. Земной человек совершает поступки, которые приведут к уничтожению вас как вида. Ваши мысли являются источником всех нынешних и будущих проблем. Земля не просто планета. Она наделена своим разумом и своими чувствами. Человек стал мешать ей. Она не справляется с переработкой темной энергии, исходящей от вас. Соседи ваши зависимы от происходящего в вашем земном мире. Уничтожая себя, вы тянете за собой и других. Вы еще не переступили рубеж, после которого все изменения будут невозможны и бесполезны. Мы не можем напрямую влиять на вас. Есть законы, по которым ни одна цивилизация не имеет права непосредственно влиять на исторический ход развития другой. Однако, в наших силах помочь, указать на те изменения, которые вам необходимо будет совершить, чтобы спасти себя и ступить на тот путь развития, который был заложен в вас нашими общими предками. Человек, мы воспользовались возможностью доводить до вас нужную информацию. Мы готовы общаться с вами, отвечать на вопросы и помогать измениться к лучшему. Общение с нами высвободит в вас те резервы, которые позволят реализовать программу по очищению человечества от негативной энергии. Это сохранит ваш вид и подарит будущее для всего человечества. В следующем послании мы расскажем вам больше нашей истории и того пути, который нам пришлось пройти, чтобы обрести то, что мы имеем сейчас. Думай, земной человек, еще не поздно спастись.